Всем привет! Это свежий выпуск новостей Донбасса о войне в Украине. Я Кристина Терещенко и уже готова рассказать вам о ситуации по обе стороны линии фронта. 11 городов Донецкой области пострадали от российских обстрелов за минувшие сутки. Сильный удар был по Славянску, там полностью сгорел спортзал и СТО. Люди не пострадали, так как обстрел был поздней ночью и в этих зданиях никого не было. Массированный удар нанесла Россия и по Северску Бахмутского района, там прямо во дворе среди жилых многоэтажек две гигантские воронки и все дома остались без единого стекла. В самом Бахмуте снова разрушения в частном секторе, уничтожено несколько жилых домов, били оккупанты и по Авдеевке, Красногоровке и Великой Новоселке. В целом 24 гражданских объекта разрушены. Есть и территориальные перемены на фронте. В сети появилась информация об освобождении вооруженными силами Украины села Озерное Краматорского района. Оно находится по направлению к Лиману. Батальон Национальной гвардии Стрелецкий, військова частина 335, спільно з батальйоном 63-м, 103-ї бригади територіальної оборони, де окупував місто, населений пункт Озерне Донецької області, чим самим доказав Росгвардії, куди їм потрібно йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога. Слава Україні! Героям слава! По неподтвержденной информации, есть и потери. Якобы российские оккупанты захватили Майорск. На этом направлении, согласно информации от украинского генштаба, на стороне России воюют кадыровцы. Но мы продолжим следить за ситуацией и расскажем вам об изменениях в нашем телеграм-канале «Дежурный по Донбассу». В оккупированной Горловке который день подряд сильный обстрел. Разрушаются частные жилые дома. Также частные дома разбиты в Куйбышевском районе Донецка. В Луганской области будет невозможно в полной мере восстановить угольную промышленность и энергозатратные промышленные предприятия. Такое заявление сделал глава области Сергей Гайдай. Багато з них вже окупанти порізали просто на металобрухт. Плюс ми розуміємо, що той самий в Лисичанську НПЗ, він не буде так працювати, як працював, тому що він працював від труби, яка йшла з Росії. Що стосується шахт, ну давайте говорити реально відверто. Наші шахти, не дивлячись на всю пропаганду, навіть ще з часів там Януковича і раніше навіть, ну вони були дотаційні. І зараз окупанти їх взагалі позатоплювали. Вони чоловіків саме покидали так на фронт. Багато з них вже загинуло, багато скалічено. Ми не відновимо цю галузь в тій, ну, в тому вигляді, в якому вона була. В захваченных российской армией украинских городах Херсонской и Запорожской областей Россия планирует создать 4 воинские части. Об этом сообщают украинские правозащитники. Говорят, что сейчас начинают набирать туда людей, но ситуация пока не массовая. Сперва начали с заключенных, их вербуют в ряды военных через сделку. Они агитируют и где-то шантажируют. Но сейчас очень активно вербуют заключенных, которые вот по югу, для вступления в армию Российской Федерации вот как раз через вот этот вот паспорт. То есть они говорят, открываешь паспорт гражданина Российской Федерации, мы против тебя закрываем дело, идешь в армию на передовую и все, как бы в тюрьму больше не возвращаешься. Отмечают правозащитники и милитаризацию несовершеннолетних. В оккупированных городах на юге Украины и на Донбассе, по их информации, российские прокси будут открывать как можно больше неких военных корпусов для детей. Они хотят открыть кадетские казачьи корпуса, чтобы дети туда на уроки ходили с первого класса. Вот такое активно есть в Луганской области, соответственно, есть и там. И смотрите, тут в чем момент. Вот этих вот лагерей военных, их намного больше. Не только юнармия есть. Есть еще ВКПК воины, есть еще амазонки, есть еще клуб «Беркут». Их очень много, их больше 30. Надо понимать, что туда приходят дети от 7 до 16 лет. И их автоматически в первую очередь ставят потом вот с 15 до 16, их в первых ставят на военный учет. И уже есть случаи, когда вот таким парням, которые изъявили желание, дописывали 2 года, отправляли на фронт, и они уже погибали. Ко всему прочему, из захваченных украинских городов Россия незаконно депортирует детей и агитирует россиян усыновлять их. По информации украинского омбудсмена Дмитрия Лубенца, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия вывезла более 7 тысяч детей.
Все на сегодня, но в телеграм-канале «Дежурный по Донбассу» продолжаем информировать вас 24/7. Если вам понравилась эта сводка новостей, то их мы выпускаем ежедневно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать. До встречи!